которое выжигали мы. И там сова, в прошлый раз мы показывали. И я сейчас ее увидал. Она, эта сова, вот она сидит. Ну, я заглянул, что у нее. У нее там 4 совенка. Она разлохматилась, разлетелась, как дала мне по спине. Через костюм все это больно. Вот она сидит, смотрит на меня. Не трону я твоих ребятишек, они полезные. Что ты так? Руки трясутся, вообще интересно. Не тронут я тебя, не трону. Не трону, не трону, не трону. Не трону я тебя, еще раз говорю, не лезь ты ко мне. Я тебя не трогаю. Я не знаю, тут можно, нет, будет посмотреть. Она прямо на меня. Ух ты! Вот это да! Я сейчас буду снимать, будет или нет, там видно их. Я ничего не вижу. Так, руку поднял просто туда. Если она ударит по лицу, так она может повредить лицо сильно. Вот она где отлетела. Но я пригнулся, только она промахнулась мимо. 24 мая 2017 года. Ну, рука трясется. Вот она сидит, красавица. Это наш пруд отсюда, видать. Храмовый называется. Вот труды оказались не напрасными, но до конца еще не поднимают. Вот она думает, что я возьму у нее что-то. Еще я не возьму, красавица. Красавица. И главное, около гнезда хожу, не трогает. Как только в гнездо руку всунул, как ударило.